Например, за этим такой номер в серии указан. У меня еще получается эта камера там. Предъявление фальшивого полиса ОСАГО сотрудникам ГИБДД может обернуться арестом на срок до 6 месяцев. Использование поддельного полиса ОСАГО, в том числе предъявление его сотрудникам ГИБДД, образует состав преступления, предусмотренный частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса. Наказание – это штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев, либо обязательная работа на срок до 480 часов, либо исправительная работа на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев. Полис ОСАГО, он существует и вводится для защиты прав потерпевших. Для потерпевших. И защиты их прав, а не для удовольствия от любителей. Поэтому разговоры, мне это нравится, мне это не нравится, надо, не надо, остаются как бы за скобками. «Ганнибал» с понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».